Я думаю, что мы пришли к тому моменту в игре, когда надо уже закончить все основные миссии. Потому что я уже, ну, почти все показал. Все, что хотел. Все, что мог. Все, на что есть желание. Что я делаю? Я хочу... Что я хотел сделать? Пока говорил, все, что я хотел сделать, я уже сделал. Вот, я закончил мысль, теперь надо понять, что я теперь хотел сделать. Я хотел вызвать тачку свою. Где мой торч? Верните мой торч. Интересно, как он на танке приедет? Со мной разговаривал мужчин по телефону разговаривал, а приехала женщина. Это какая-то обманка. Вот так вот заходишь в стриптиз-клуб, вроде бы нарисована женщина, а на самом деле там лошади стоят. И это просто кто-то повесил на амбар с лошадьми постер со стриптиз-бара, потому что ничего другого не было в селе. Я пытаюсь найти, где миссия. Стил Уотерский блюз. И что это сейчас было? Why do I feel you didn't call just to say that? What, I can't say go team? No, that's cool. I was beginning to think you turned all cold bitch on us, honey. What can I say? Things haven't been all sunshine and roses. Oh, no! Fuck! Shandy? А, я пролил на себя колу. Теперь моя блузочка испачкалась. У меня ничего другого нет, потому что у меня всего лишь одна одежда на всю игру. Мне бы маршрут, игра. А, окей. Я думал, что будет маршрут какой-то. I don't know. I was on the phone with her when I heard a struggle and someone else picked up her phone. Это по-любому были стриптизеры, одетые в одежду копов, а Шраундик застрелила, потому что очень боится стриптизеров. Почему меня так тянет на стриптизеров, я не знаю. Эта игра вообще заставляет тебя делать все то, что ты никогда не делал. Например, знакомиться с фиолетовой инопланетной змеей с планеты Бугага. Га-га-га-га-га. Леди Гага тоже с этой же планеты. Просто она в этом не признается. Смотрите, как... О, я пытаюсь зажать ее. О, все, я дистанцию на двух колесах полностью прошел. И что мне за это дали? Видимо, ни хрена, может, опыт какой-нибудь... Да, вон опыта дали 500, по-моему, к авторитету. Вау. Я такой быстрый. У меня же есть закись азота. Где мое радио? Классик. Альпингольд классик, Милька классик. Что-то сейчас вся, видимо, классика в моде. Надо тогда какую-нибудь классическую одежду на себя надеть. Ну, лавровый лист, например. Весьма классическая и это. Зато не будут ко мне всякие взбалмошные мужчины приставать. Я еще буду ходить в лавровом листе под вот эту музыку. И предлагать всем взять у меня рекламку магазина, который продает лавровые листы. Модные там, со стразами, например. Как хорошо, что она закончилась, иначе бы мне вписали иск американский, какие-нибудь там пипы и сопы. I walk in with my prisoners. Фига она сидит как. I'm sorry, prisoners? Yeah, you and Pierce. I'm bringing you in. Oh, hell no. Showtime. Let's begin. Showtime. Ну, я-то уже побегал голым, а это сразу... Не-не-не, я не хочу. Не хочет побыть немного заключенным, подумаешь, ну, заставят тебя есть из параши, будут кормить хлебом и водой, заставят бросать мыло в дальний уголок. Охренеть. Классно меня замаскировали, конечно. Я очень похож на него был. Просто немножко штришков, совсем чуть-чуть. Надо было сделать... Это буквально там 5 минут. Косметику наложить. Видимо, у этого все понятно теперь с этим.
военным, у него были просто груди большие, вот я на него и похожа. Я на него похожа. А может быть я просто это, гражданинка Новодворская? А чертовы коммуняки! И я превратилась, ну, в настоящего мужчину теперь. О, растаманская музыка или кубинская, я не знаю, кто там. Хотя сейчас, в принципе, все можно назвать растаманской музыкой, даже, не знаю, Диму Билана. Потому что его можно нормально слушать, только, наверное, хорошо покурив лопух сушеный, смешанный с петрушкой. Отойди, видишь, военный едет. Как он отъехал-то? Да я все собрал уже. Юго-восток изучен, так у меня давно уже все изучена игра, зачем ты мне говоришь, что я изучил? Я вот, может быть, вот если ты мне написал, что у меня изучена физика неупорядоченных сред, тогда да, я бы согласился. О, так я же здесь был в самом начале, нет? Капец. Так, я думаю, что лучше ехать медленно и ни в кого не врезаться, и никого не убивать. Потому что это сразу же мне станет великолепным геморроем. Блин, Владимир Владимирович Путин потерялся, придется его находить сейчас. Окей. То, что его рота сбил, как бы никого не тревожит, да? Тихонечко проезжаем. Тихонечко, как будто сдаем права на вождение. А, так я мог, наверное, просто так зайти, мне бы ничего не сделали. Я вошел во Владимира Владимировича. Нет, черт, меня за это приговорят к пожизненному мандату месту в Единой России. Я не хочу этого делать. Трансформеры! Трансформер! Надеюсь, никого нет морской болезни. А давайте попробуем сделать вот это все-таки. Я знаю, что это может закончиться плачевно, но я экстремал. Так только не под эту музыку. Поворачивайся быстрее. О, мы не пролетим там, мы не сможем. Твою мать. Так, еще разок. Я не прицелился. Музыка просто. Я знаю, я смогу это сделать. Я смогу. Да! О, смотрите, это даже... О! Это было каким-то это... Чем-то, что идет в статистику. Я так и думал, что здесь что-то есть такое вот. Вау! No. So how about we stop being a judgmental man child? Okay. Okay, так. Так сказал. Блин, актеры, конечно, поработали на славу. Это окей. Было вообще жесть. Просто хорошо так подводит черту под всей. Нифига себе живой коридор. У нас такой же был из первых и в 11 классе из пьяных первоклассников. I need you to sign off on some prototypes I've been working on. Thanks for the offer, you. But I want to process these two ASAP. I can take these two down to detention for you, sir. Thanks. What the fuck, man? What the fuck, man? Что ты сделал? Вас там будут сейчас пытать. Заставлять. Слушать и слушать шутки Елены Воробей. Или мои. Мои видео смотреть. Мои видео скоро станут бесплатной пыткой для стран третьего мира. Никто не сможет их смотреть более 12 часов подряд и расколется всем, чем он знает. На самом деле я работаю на Министерство обороны. И сейчас ко мне едут люди из ФСБ, чтобы взять меня под арест. На самом деле никто не едет, я сам все ФСБ. ФСБ в одном лице.
Я и ВВП, я и Медвепут. Я и все те люди, которые приходили на митинг на Болотную площадь. Это все я. Вот такой вот я большой и массивный. Брэд Питт тоже я. Хью Джекман тоже я. Меган Фокс тоже я. О, нет, Меган Фокс это нет, это нет. Это... Я забыл, что Меган Фокс это... Амеба, которая развелась до уровня крысы. Потом до уровня человека. Я вообще не слышал, что она говорит, поэтому мне как-то пофиг. Какую-то хрень по-любому. Надеюсь, вы прочитали. Окей, я следую за Кией. Кия. Окей. Только не говорите, что опять не работает скрипт. What the fuck is that? Прототип боевого... Выбрать первый прототип. Прототип боевого транспортного средства, использующего те же принципы, что и СВВП. Прототип бомб с дистанционным подрывом, в которых задействованы нанотехнологии, благодаря которым они могут прилипать к любой поверхности, с которой входит контакт. Прототип усовершенствованной модели танка Кабана, больше урона, крепче броня, эффективнее убийство. Я лучше мотоцикл сделаю. Выбрать второй прототип. Ну, этот... Да. Kia, I'm on my way back to the Thermopylae to interrogate the prisoner. Make sure no one else has access to her. So that's your name. Как она облажалась. Блин, я не могу называть этого мужика ею. Это какой-то трансвестивизм уже. Или трансвестизм. Или, о господи, я женщина. Я чувствую себя женщиной. Твою налево. Отстань от меня. Блин, у меня-то откуда дробовик-то взялся? Почему так патронов мало вообще? Да ё-моё, отстаньте от меня. Я имею в виду, не откуда дробовик взялся, это понятно. Я имею в виду, а откуда он мне в руках взялся? Awesome button. Кстати, эти разработчики кнопку бега называли между собой во время разработки Awesome button. Типа шикарная кнопка. Ну и как мне от вас скрыться? Я очень бы хотел это сделать, если бы мог. Взлет прошел успешно. Лучше, чем в Роскосмосе. До свидания, друг. Закончилась твоя эпопея, как настоящего непонятного моба на этой... Вы видели, как я его только что забил? Это самая унизительная смерть. Ну, после смерти многих солдат во Вьетнаме. Да... Мне пофиг на американцев. Надеюсь, вам тоже. Это вам шутка показалась, по крайней мере, забавная. Не... как он может шутить над бедными солдатиками, которые напали на Вьетнам ни из-за чего? Вообще же жалеть американцев это как-то глупо. Жалеть американцев могут только американцы, по-моему. Окей, я не знаю, как они... Как вот все герои, которые попадают в неизвестное помещение, знают, куда идти. Но я вообще, когда попадаю на какой-нибудь лайнер, после того, как меня схватят военные, я все время пугаюсь и просто плачу, и меня мама забирает оттуда. Это что было сейчас? Что за преждевременный запуск? И тебя вылечим. Так. Давайте это возьмем. Будем зажигать. Эй, я его хотел вот так вот. Лицом о пол. Ни хрена себе. Это я хорошо, что я прилег. Так, я лучше побегу отсюда. О, я могу сюда же зайти. Клево. До свидания.
Так, и вам до свидания. Кто меня стреляет? Я вот не вижу. А, все вижу. Но у меня тачка не едет теперь. Едь, тачка. Танков уничтожено 25. Кто еще? Ты мой герой. Это что такое? Да, хватит меня стрелять. Ребятки, это очень глупо стрелять в танки с каких-то пуколок. Вы бы еще это, из водяных пистолетиков постреляли. Хватит, все, двери закрой. Уходи, двери закрой, ты теперь совсем другой. Ты ведь полный, блин, отстой, как... Черт, ролики... This is хорошо. Последние 10 роликов я просто зевал. Не знаю, за что этим... как эти люди получают 2 миллиона просмотров и получают за это деньги. Им надо что-то менять. Например, черного взять в себе в ряды. По крайней мере, это американцам не особо помогло, но может быть, им поможет. Окей. Это было очень нужным. Да какого черта? Я же вас там всех только что покрошил. Так, где мой танк? Где мой танк? Где мой танк? Сейчас все будет вам. Капец. Не в рифу, но зато правда. Я люблю, когда не в рифу, но правда. Еще кто-нибудь там есть? Давайте, ребятки, все, хватит. Хватит жить. Хватит жить. Кислород на вашу долю исчерпан. Капец, люди летают. Будет забавно, если в конце миссии убьют настоящего командира, а не меня. Гранату бросай, дебил. К. Еще граната. Что они делают? Он меня не будет бить? Я не знаю, что здесь сейчас было, но что-то, наверное, очень интересное. Может, возьмем щит повстанца, где только он? Получив голову! Получив голову! Как я мощно сейчас ему выстрелил-то. Вот можно сбить, интересно? Блин, нельзя, что ли? Ты не сдох еще? Ну-ка, лежать. Я сказал лежать, вот, молодец. Ты что там смотрел? Порнографию, что ли, не успевал досмотреть? Где мой щит? Отдайте. Кто? До свидания, друг. Кто еще? Как ему так голову не попал? А, вот еще сверху. Как я прострелил через решетку, я не знаю. Как меня колбасит. Кто еще? Кто-то еще есть. Вон, я вижу на карте один сзади. Это новый фильм такой, один сзади. Только я не знаю, где он. Наверное, наверху. Ну и хрен с тобой, чертов хрен. Так, давайте освободим моих друзьяк. Друзьяки, давайте. Друзьяшки. Кого еще? Блин, я ничего, Шаунди последний освобождать, да? Я хотел ее первым, мы бы с ней поговорили по душам. Мы бы с ней, я не знаю, зажгли бы здесь кого-нибудь. У меня есть зажигательный патрон. Что за? Кто за? Что за? О, это он меня стрелял, что ли? Я не понял. Или он уже убил, наверное, да? Человек, который меня стрелял. Ну и хрен с ним.
What do you want now? I'm not saying a damn thing. Sweetie, it's me. I'm trying to get us out of here. Thank God it's you. Get you home. You look like shit. Окей. Блин, подождите, поправлю микрофон. Провод слетел, сейчас он болтается и выдергивает мою челюсть. Мой череп. Мой... Чё у меня ещё есть в голове? Так. Вроде бы как бы там что-то мозги у кого-то есть, но вот я точно не уверен, есть у меня или нет. А эту можно, наверное, было и оставить, она всё-таки не в цветах нашей одежды. Фейерверк, ура, люблю салюты! Верните мне мой вид. Я не хочу играть за этого козла. Найти реактор. Но я надеюсь, я сейчас в правильном направлении иду, да? Да насрать, прыгаем. Не знаю, что это было, но... Горите, друзья! А что, электрогранаты сработают? У них нет? Как они смешно подыхают. А подождите, где у меня зажигательные патроны были? Здесь? Ух ты, я за кого-то заэлектризовал. Зашибись. Подождите, а мне на парные хватит? Парные автоматы. Способности. Так, где? Я знаю, что это не вовремя, наверное. Урон. Так, на это мне пока что не хватит. Бой, вот. Оружие, патроны. А где двойной пистолет? Вот, вот, две руки автоматы. Fucking shit. Мне срочно надо где-нибудь взять 12 тысяч. Пошел вон, сдохни. Так, я зря сюда бегу, идиот. Потому что мне надо сюда бежать. Он, этот чувак хотел меня увести, видимо, от своего реактора. Думал, я его уведу, я смогу. И хоть я и горю, хоть я и похож уже на шашлык. Ребятки, у меня полностью прокачанная херня. Не надо творить... Ой, я сам горю от своей херни. Надеюсь, свои почистят сзади, да? Если кто-то из них решит не полностью сгореть. Нет, друзья. Я уже крут. Да уйди уже, хватит гореть, дай я другого подожгу. Это как будто кто-то смачно так пердит. Примерно на это похоже. Сигнализация, там мне еще кто-то звонил, нас бросил. Ну и черт с ним. Видимо, я им не нужен был. А может, это просто телефон сел. Где мои друзья? Друзьяки, давайте быстрее. У нас приключения ждут.